курица. Вкусняшка. Удовольствием грызет курочку. Как Катя уже говорила, заводчик советовал. Все советы мы внимательно слушаем, и голова курочки должна идеально перевариться и заодно дать тот запас необходимых элементов, которые рыске сейчас нужен на данном этапе скорого роста. Ладно. А у кого будет понос после курочки? Давай, иди сюда. Иди обратно. Бандитка. У кого недержание? А? Что происходит? Ну кто так забыл, где писать надо? Ты чего? Каких пор на ковер будем ссать? Да. Матрац уже весь. В санине. Кто сегодня ночью испортил матрац? А? Кто сегодня ночью матрац испортил? Блин, какие поигрушки, ты ж поела. Иди отдыхай. Кто тут у нас спит? Деловая колбаса. Домик пора? Да. Спать. Антика.
Мама моя очень приятная, большая и толстая женщина. Может держать удар. Она весит больше 130 килограмм, так? Когда мы со Скотти были маленькими, тот же возраст 9,5 лет, богатый вышел год на события. Мама повела нас с ним на гастроли московского цирка в Сиднее. И там был один из цирковых слонов по кличке Гунтер. Дрессировщик вставал прямо перед Гунтером и командовал: «Вставай, Гунтер, вставай!» И слон поднимался на свои четыре лапы. Потрясающее зрелище. Так вот, с того момента мы с братом называли нашу маму Гунтером. Только за глаза, естественно, не прямо в лицо. Мы говорили: «Когда Гунтер уже придет домой? Что там у Гунтера на ужин? Не надо этого делать, а то Гунтер поймает». Мы продолжаем называть ее так до сих пор и ни разу не говорили ей Гунтер в лицо, кроме одного случая. Моему брату 17, мне 13 лет. Мы сидим дома и смотрим фильм. Брат лежит на диване, я на полу. По трагедии мужик вот такой в высоту, вот такой в ширину, и член его норовит пробить мне живот. Я смотрю на него снизу и говорю: «Я думал, мы кокаин собрались нюхать». Потом мы вернулись к бару, и он угостил меня выпивкой. Но чтобы добавить в историю элемент комедии, он меня изнасиловал. Ведь так шутка становится еще смешнее.